либо ответит на наши вопросы. Интервью займет не более 15 минут. Давайте послушаем. Спасибо. Звонок для вас бесплатный, если вы находитесь на территории России. Скажите, пожалуйста, как я могу к вам обращаться? Вячеслав. Исследование проводит ЦОМ, наш адрес Москва, улица Причистенко, дом 38. Мы гарантируем конфиденциальность ваших ответов. Для контроля качества производится аудиозапись и используется номер телефона. Вы согласны на использование номера телефона? Давайте. Ну, согласны, это вы имеете в виду? Да. Спасибо, перехожу к вопросам. Вы гражданин Российской Федерации? Да. Сколько вам лет? 35. Скажите, пожалуйста, в какой области края республики вы постоянно проживаете? А можно я не буду отвечать на вопрос? Так, ну я без этого не смогу. У нас же опрос по областям идет, по населенным пунктам. Хорошо, ладно, Карелия. Республика Карелия? Да. В каком населенном пункте вы постоянно проживаете? Город Сегежа. Мы просили в достаточном количестве. Извините за беспокойство. Всего вам доброго. До свидания.